должности уже президента, начинает договариваться. Я вас умоляю, какой он президент? Ну, вы что? Человек, который проплатил Майдан, который организовал все это. Ну как, не он один, конечно. Это кучка со своими приспешниками. Но тем не менее, ну, он никакого морального права не имеет занимать такой пост. Раз. Второе. Мы все прекрасно понимаем, ну, что это за человек. Жадный, беспринципный, у которого только одна выгода и соблюдение своих негативных интересов. Порошенко. Вы не смешите людей, пожалуйста. Может быть, фабрика его и умеет управлять, но государством вряд ли. Мы же не шоколадное какое-то царство. У нас тут картошка растет, буряки. Так что какао у нас не растет. Понимаете? Вот тут куда-нибудь туда, на Африку, Кот-д'Ивуар, Бенин, там где кофе растет. Вот туда. Ну как раз кукленький.